Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Поклонники внимательно рассмотрели новый снимок Аллы Пугачевой. В прошлом году Алла Пугачева практически не покидала свой особняк в деревне Грязь из-за пандемии коронавируса. В 2021-м примадонна российской эстрады стала чаще выбираться в свет. Видимо, артистка не беспокоится за свое здоровье после вакцинации. Например, недавно Аллу Борисовну заметили в одном из ресторанов, который находится недалеко от ее резиденции. Певица выглядела потрясающе, с красивым макияжем и прической. Кто-то успел запечатлеть Пугачеву в компании приятеля. Фото появилось в инстаграм-аккаунте поклонников 72-летней артистки. Преданные поклонники, как всегда, наградили супругу Максима Галкина всевозможными комплиментами. Однако некоторые, обратив внимание на руки артистки, забеспокоились, что это. Оказалось, впечатлительных фанатов шокировали обычные пигментные пятна. Напомним, на прошлой неделе Алла Пугачева отметила день рождения. По этому случаю Максим Галкин преподнес супруге сюрприз. Во время съемок шоу «Музыкалити» юморист пригласил в студию рэпера Адиля Жалелова. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.